Прибытие на Тартугу. Ступайте на берег и скажите, что красного пирата с почестями похоронили в водах Гольфстрима, и что я остался жив и жажду отмщения. Я хочу, чтобы вы отправили кого-нибудь к Пьеру, передать ему, что я приглашаю его к себе сегодня вечером. Миледи, вы можете сойти на берег, когда пожелаете. Я ваша пленница и обязана выполнять ваши приказы. Вы ошибаетесь, вы больше не моя пленница. Но никто не заплатил за меня выкуп. Напротив, миледи, вся сумма уже в трюме корабля. Как же это может быть? Кто знает, что я здесь? Никто, кроме меня. Вы разочарованы, миледи? Нет, сэр. Просто удивляюсь вашему великодушию. Отчего же? Впрочем, я больше не потревожу вас. Надеюсь, когда вы покинете корабль, вы по-прежнему не будете воспринимать меня как врага. Вы знаете губернатора Макараиба? Да, но... Вы побледнели, миледи? Что с вами? Почему вы спросили? Капитан, наш друг ждет вас у себя дома. Он говорит, у него для вас срочные новости. Он сказал, что он нашел. Похоже, за время вашего отсутствия он сделал все, о чем вы просили. Сейчас все готово, капитан. Хорошо, день расплаты уже близок. Миледи, для меня большая честь, если вы почтите мой дом своим присутствием. Лейла, Мока, Кармо, Ван Стеллер проводят вас и исполнят любое ваше желание. Слышали? Капитан отправляет нас на берег, чтобы мы повеселились. Я сам покажу вам остров. Только ступим на берег, вы про все забудете, я уверен. Просто так тихо на Тартуге мы ходить не будем. Возвращайтесь на корабль.
надо было всем карибским акулам сказать спасибо, если бы я не увидел тебя на пороге моего дома. Это ты, Пьер. Ты единственный, кто ходит ко мне через лес. Вместо того, чтобы прошвырнуться по гостеприимным улицам Тартуги. Однако, как бы то ни было, я страшно рад видеть тебя. Я ждал тебя. Идем, нам надо поговорить о многом. Возможно, ты слышал, что я проверил Маракаиба. Это был ты? А я думал, что ты прислал кого-то из своих людей. Однако, когда-нибудь ты поплатишься за это, как твой брат, милорд. Не напоминай мне, Пьер. Ты отомстишь за его смерть. Ты поможешь мне? Вне вопроса, милорд. Вне вопроса, милорд. Я трудился для тебя с момента последней встречи, и теперь все готово. Хорошо. Сколько там кораблей? 8, считая твой корабль, и 600 человек. 200 под твоим началом, 200 под моим, а остальное под командованием Мишеля Баски. Я заплачу тебе 2000 пиастров, чтоб ты покрыл расходы. Должно было выйти больше, но мне пришлось платить большой выкуп. Ты выкуп? Почему? Команда потребовала. Выкупил испанца? Нет, фландрийскую герцогиню. Что? Но твой враг фландриец, да? Что задумался? Что твоя герцогиня может быть родственницей Ван Гулдена. Принеси еды и вина. Да, сэр. Боже, что ж я раньше не догадался, что ты, наверное, влюбился в свою пленницу. Придержи язык, Пьер. Что смутился? Но влюбиться в хорошенькую женщину вовсе не позорно для пирата. Нет. Думаю, эта история с герцогиней не сулит ничего, кроме большой беды. Тогда что ж ты не бросил ее на произвол судьбы? Нет, чувство слишком глубоко. Ну, наконец-то. Дама завоевала сердце короля Вентимигли. Тост за твое здоровье и за ее тоже. Ура! Ты, каналя, а ну живо принеси нам 2 бутылки рома за этот столик, или я подниму в воздух твою таверну. Наберитесь мужества, ребята. В порт приплыл черный пират. Знаете, кто это был? Самый грозный попугай семи морей. Самый яркий острослов. Вот твои 2 бутылки лучшего рома и 3 кружки. Что еще? Эй, ты, одноногий кривоглазый, что с тобой стряслось? Ты считать разучился? Посчитай заново, Синди. Нас 6. Послушай меня, курица щипанная. Тут обезьянам, черепахам и игуанам не подают. Берегись! Вот тебе!
Где же предмет твоего обожания сейчас? В моем доме, на Тартуге. Она будет ночевать у тебя? Я рассчитывал на твое гостеприимство. Для меня честь иметь такого гостя, как ты. Баски ужинает сегодня с нами. Мы сможем оговорить наши планы и подготовиться к завтрашнему дню. И губернатор заплатит за то, что он сделал. Еще до захода солнца. Ты уходишь? У меня важное дело. Я вернусь к вечеру. Шумел камыш, деревья гнулись. Жизнь просто прекрасна. Пойду ли, выйду ли я к реке? Где наши кружки? Тост за черного пирата. За черного пирата? За черного пирата. Я его самый лучший преданный друг. Однако, друзья, нам пора на корабль. Нас ждут великие дела. Он прав, да. Работа для Попки никогда не кончается. Как и не пустеет бутылка рома. Где Кармо и Мокко? Отправились на корабль выяснить, нет ли для них дел. А герцогиня? В саду, со служанками. А что она там делает? Готовит стол для вас. Она уверена, что вы вернетесь к ужину, капитан. Увы, но у меня ужин в другом месте. Жаль, сэр, но общество дамы для пирата лучше, чем общество пирата в любом случае. Милый садик. И стол. Вы можете идти. Я ждала вас, сэр. Я могу отужинать с вами? Конечно. Жареный поросенок, дичь на гриле и рыба на выбор. Я сама все приготовила. Это честь для меня. Так принято у фламандских женщин, что они сами готовят еду для своих гостей и мужей. Не думаю, что когда-нибудь смел хоть мечтать об ужине с вами, миледи. Верно, но иногда женская интуиция говорит больше, чем слова, произнесенные мужчиной. У меня
меня были иные планы на вечер, миледи. Отужинать с моими друзьями, но они обойдутся и без меня, потому что я не могу отказать себе в удовольствии побыть в вашем обществе. Особенно при мысли, что, возможно, это наша последняя встреча. Почему вы так говорите? Вы вновь собираетесь в поход? Что же делать? Иди сюда, подставь плечо, балбес! Ты пьян, Кармо. Что ж нам делать с пьяным моряком? Боже мой! Давай же выпьем, мой дружище, за жизнь, которую ведем. Что же нам делать с пьяным моряком? Вы что-то хотите мне сказать, милорд, перед уходом? Хотелось бы знать, уедете ли вы, пока меня не будет? Если так, то... Мое сердце разорвется от горя, если я вернусь и не застану вас здесь. Почему, сэр? Я не спрашивал себя, но знаю, что буду счастлив вновь провести с вами вечер в прохладе моего сада после захода солнца. Вы подождете меня? Даже более того, я отправлюсь в плавание вместе с вами. Это невозможно. Пираты не берут с собой женщин на борт корабля, когда отправляются в поход. Кроме того, я опасаюсь вашего присутствия на корабле, миледи. Это вселяет в меня такой страх, что я даже объяснить не могу. А теперь мне пора идти. Как бы я ни сопротивлялся этому, если судьбе угодно потопить мой корабль, или я паду от удара шпагой, прошу вас, сохраните обо мне память. Отправим его к Нептуну. Простите, капитан, мы вас не заметили. Мы выпили чуть-чуть за ваше здоровье, капитан. Вы напились, как свиньи. Надеюсь, вы не посрамите чести команды и будете вести себя достойно, как и прежде. Мы поколотили всех до одного в таверне, капитан. Хочу, чтобы к утру корабль был готов к отплытию. Мы отплываем на восходе, и я рассчитываю, что вы будете на местах. Не переживайте за нас, капитан. Как прикажете, капитан. Удачи. Ну и ну, он ведь улыбнулся. Ты стоишь на ногах, Карма, но это невозможно. Ты, видно, крепко напился.